прогнозы вообще вот по этому громкому делу, что можете сказать? Ну, я вам сейчас не могу сказать о моих прогнозах. Сейчас еще я, как сторона обвинения, не представил весь объем доказательств обвинения. Как будет представлен весь объем доказательств обвинения, а потом мы уже перейдем к стадии представления доказательств стороны защиты, а потом уже я сделаю выводы в прениях. Но я считаю, что вот то, что мы уже получили, это допросили потерпевшего, допросили свидетелей. Факт того, что Голубева нарушила ПДД, установлен, я считаю, и что в результате ее нарушения произошел наезд на ребенка, в результате которой произошла смерть ребенка. И сейчас мы допрашиваем свидетелей, которые подтверждают факт того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. И я считаю, что, как вы слышали, что все свидетели уверенно говорят, что да, они предполагают, и несмотря на давление со стороны защиты, вот эти вопросы, многочисленные одни и те же вопросы, они подтверждают нам факт того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ну, то, что мы слышим, это чудовищно. Мне кажется, должен быть такой очень показательный процесс, чтобы все поняли, что на самом деле это... Ну, я как гособвинитель, я сделаю свою работу, я представлю доказательства обвинения, а что уже решит суд, это уже позиция суда. А ваш профессиональный опыт подсказывает, такие дела с такими доказательствами, доказательства чем заканчиваются обычно? Давайте мы уже, я сейчас вам ничего не буду говорить, я представлю все доказательства обвинения, свою позицию выскажу в прениях. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, все-таки есть необходимость называть ребенка? Ну, вот вы тоже, наверное, взрослый человек. Вы, она, все эти потерпевшие сказали, что это маленькая девочка, у которой ребенок вырос на глазах и погиб на глазах. Она же в процессе расплатится, у нее будет истерика. Конечно, в данном случае я такой вот серьезной необходимости не вижу ее вызывать в судебном заседании и непосредственно допрашивать, поскольку у нас есть другие доказательства, которые подтверждают факт того, что наезд-то был. Скажите, пожалуйста, а вот у вас не складывается впечатление, что было какое-то давление на следствие? Нет, не складывается. Не складывается? Все, вы слышали, что подсудимые, что все свидетели стоят на своих показаниях и утверждают свидетельство виновности группы. А вам не кажется, что защита психологически давит на свидетеля, задавая много раз одни и те же вопросы и не ставится сомневаться? Ну, есть какой-то небольшой аспект того, что защита пытается добиться от свидетелей то, что им надо, и то, что они показали, что они там заблуждаются о том, что она не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но вы видите, что свидетели стоят на своем, и все утверждают в один голос, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения до наезда. Много разговоров было о том, что не голубь была обвинена, а сожитель, который был более пьяный. Вот этот вопрос как-то будет обсуждаться в процессе? Ну, конечно, я же говорю, что мы еще запросили не всех свидетелей, будет же допрошен ее сожитель, сама Голубева, и мы уже увидим, что какую они позицию занимают по данному вопросу.